Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о расставании с Шаляпиным. Женщина прокомментировала информацию о расставании с Прохором Шаляпиным. Пианистка поставила все точки над «и». Едва появилась новость о разрыве Прохора и Виталины, как журналисты связались с пианисткой, чтобы из первых рук узнать, что же случилось между влюбленными, которые до недавнего времени демонстрировали полную идиллию. Для начала Виталина уточнила, что они с Прохором решили сделать паузу в отношениях. «Мы хотим дождаться результатов ДНК, чтобы установить отцовство ребенка подруги Прохора», объяснила Виталина. При этом она подчеркнула, что они не в ссоре, просто не в моих правилах мешать чужому счастью. «Я человек очень прямой» и сразу сказала Прохору, что честность – самое важное в отношениях. Вот и сейчас настала пора проверки для обоих. Отметим, что сам Прохор Шаляпин пока никак не прокомментировал свое расставание с пианисткой. Пусть и временное, молчит и Татьяна Гудзева, отцом ребенка которой может быть известный артист. Чтобы удостовериться в своем отцовстве, Шаляпин сдал ДНК-тест. В рамках известного телешоу были оглашены сенсационные результаты. Якобы Федя на самом деле сын Прохора. Ошеломленный исполнитель усомнился в этих данных и, по всей видимости, решил сделать еще раз проверку. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!